Сало получается обалденно вкусным, мягким, а самое главное, что очень непроблемно оно готовится. Не надо с ним готовиться, не надо с ним заморачиваться, что-то мудрить. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Привет, друзья! Сегодня покажу вам простейший и вкуснейший рецепт сала в пакетах. Как оно делается, какое оно на вкус, разрежем, посмотрим. Давайте начинать. Как всегда, попрошу не забыть подписаться на мой канал. Подслушано секреты рыболова. У меня есть канал на Дзене, канал на Ютубе. Есть группа ВКонтакте и в Одноклассниках. Переходите, подписывайтесь, общайтесь. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получилось на следующий день, когда мы вытащили все это из холодильника. Сейчас мы возьмем кусочек, разрежем. Лавровый листик и всякие остальные начинки нам уже не нужны. Сейчас будем смотреть само сало внутри. Вот какое получилось. Сейчас кусочек попробуем. Вот, друзья. Хлебушек. Горчичку. Как положено. Кладем наше сальцо, лучок, соль, то, что надо. Перец, то, что надо. Можно не досаливать. Очень вкусно, очень мягко. Ну, давайте я вам все-таки сейчас расскажу, как его сделать. Получилось так, что во время готовки у меня оборудования не было под рукой, чтобы снять. Я вчера все приготовил. Ну и сейчас вам покажу, как это делалось. Все очень просто. Быстро, и думаю, там даже не надо будет показывать какие-то моменты. Все будет и так понятно. Итак, смотрите. Значит, я взял куски сала. Ну вот, как видите, у меня вот так вот здесь сало, здесь мясо. Вот. Потом взял пакет. Пакет положил. Лавровый лист, душистый горошек. Кто хочет, он может еще цветной перец положить. Вот. Потом положил чеснок. У меня вот такой вот свежий чеснок с огорода. Я просто покромсал ножиком, положил в пакет. Потом взял само сало. Само сало. И его посолил. Просто вот так взял, посолил со всех сторон. Соли не обваливал. Ну, просто со всех сторон, чтобы была соль. И поперчил. То есть посолил, поперчил. В пакет положил чеснок, лавровый лист и душистый перец. Все. Плотно завернул в один пакет. Засунул. Завязал. И сверху. А дело здесь вот у меня второй пакет. Сверху завязал второй пакет. Все.
Дальше. Взял котелок, кастрюльку, у кого что есть, положил, залил водой и сверху прижал тарелкой вот так вот, чтобы не всплывало. Все. И довел до кипения, а потом под тарелкой на медленном огне томил около часу 30, час 20, час 30 там приблизительно. Большой разницы, я думаю, не сыграет эти 10 минут. Все это время томилось, немножко там бурлило, кипело. После этого, как все вскипело, сало вытащил, остудил, убрал в холодильник на ночь. Вот, прошла ночь, и утро мы с вами снимаем. Смотрим, какое получилось, какое на разрезе. Сейчас еще красивенько нарежу, еще покажу, как выглядит. Ну, очень вкусно, очень. Ну вот такая вот красота у нас, друзья, получилась. Как раз на заставку на видео пойдет. И гости сейчас придут, им разложу. Вот второй кусочек вот открыл. Тоже смотрите какой, вот если его разрезать. То есть вот такой вот я специально брал, чтобы половина было сало, половина мяса. Солить такое бесполезно, потому что это не сальная порода там свиней. Обычная магазинная рыночная свинка, которую продают у нас везде. Вот. Ну и из нее можно добиться вот таких вот хороших результатов. Видите, какой получается красивый кусочек. Вот. Горчички на него сверху немножко. Как я уже говорил, вот лучка, укропчик с огородика. И вот так вот. Эх. Укропчик с огородика. И начинаем пробовать. Советую, друзья, с этим рецептом заморочиться, потому что, вернее, не заморачиваться, а делать вот этот рецепт. Потому что очень просто все. Положили все в пакет, плотно-плотно завязали, полтора часа на медленном огне поварили, чтобы не всплывало, крышкой накрыли, убрали в холодильник, все. Посолили, поперчили. Получается бомба. Всем добра, всем позитива, здоровья. Творите, экспериментируйте, ловите свою рыбу, делайте различные интересные блюда. До новых встреч на канале, дорогие коллеги по увлечению.